Здорово всем, пацаны. Кто резвенько включил стрим, я бы сказал, и уже слышит меня. Кто-то придет чуть позже, но прям сейчас я не начинаю играть, в общем. Сейчас я заварю чай, как обычно это я, собственно, и делаю. Вот. Ну и начну тогда уже стрим. Тут у нас минута для до старта по анонсу, соответственно, остается. Расписание, я думаю, вы уже многие знаете прекрасно сегодняшнего стрима, а именно сейчас будет FPN-чик, ну а в 19.00 ГГ-года будет у нас заключительная группа, крайняя группа группового этапа, впереди останется только... Что? Только плей-офф, правильно. Вот. И будем мы плей-оффчик смотреть. Ближайшие дни также. Так, сегодня я смотрю, что турниров особо больше нет. Есть там Corsair Cup такая тема, но... Как-то что-то на Corsair Cup я особо не рассчитываю. Так, завтра говорили 27-го кода А будет играть. Второй StarCraft. Ну вот, кто будет стримить это... Кстати, надо выяснить, во сколько это будет все дело проходить. О! Это еще и офлайн будет кода А, что самое интересное. То есть они будут проводить офлайн отборочные. Еще ладно, ребят, сейчас я буквально пару минут заварю чай и приду. Так, все. Я здесь, ребята. Сетка есть. Гагагодость. Так, надо бы руки помыть. Сейчас быстренько помою руки. Продолжим.
Оп! Все, пришел я назад сейчас. Протру свой агрегат. Мышку, я имею в виду. И быстро и фаст батл крузер вылетит из старпорта по ходу дела. Вот, а далее там уже по обстоятельствам. Народа в чатике 130 человек сидело, даже больше. Что самое удивительное. Как-то медленно приходит этот народ сейчас. Все, ребят, поехали, короче, сейчас быстренько пару-тройку игр, хотя за полтора часа можно и не пару-тройку, а побольше сыграть, как мне кажется. Так, сразу зерк, кстати, попадает, что самое интересное. Здорово, Пиано. Сегодня у Маши был первый ее в жизни утренник, поэтому я и в рубашке, собственно говоря. Ходили мы с Дашей, может потом она домой с работы приедет. Скинет мне ВКонтакт пару фоток, покажу вам.
Улучшение завершено. Кому наверх? Эйсен готов. Что с ним? Что происходит? А? Чего пуга? А? Ура! Эйсен готов. Приказы будут? Вооружение. Давай, удиви меня. Отдай. Кому наверх? Вооружение готов. Что происходит? Давай, удиви меня. Бегом, Марс! Готов. Что-то подозрительно много тут собак. Блин, на факте ведь можно было заказать все это дело, блин, но я что-то это затыканил. Опа. Смотрите-ка, шпиль. Скорую помощь вызывали? Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Что происходит? А вот это уже очень ничего не интересно, я вам скажу, что там шпиль. То есть этот зерк явно знает, что я делаю. И это чистой воды подстроечка идет. Наши КСМ атакованы. Кому наверх? Разработка завершена. Давай, удиви меня. КСМ готов. Лорд, вызывали? КСМ готов. Пристройка завершена. Улучшение завершено. Эйсен готов. Давай, удиви. Кому навешать? Вооружено на новенького. А, чего? Эйсен готов. Есть.
Поменьше глуди, поменьше хат будешь терять. Вот таким вот образом интересным. Работа завершена. Кого подлада? Неужто? Давай, у тебя СМ готов. Будет сделано. А? Месторождение минералов выработано. СМ готов. Месторождение минералов выработано. Даешь разбой. Есть работёж. Улучшение месторождения минералов выработано. Полный вперед! Улучшение завершено. Кого подлатать? Будет... Куда стрелять? Хочу! ТСМ готов. А! Лот вызывали? Улучшение завершено. Минералы.
мінералів виробитиме. Кого підлатати? Улучшення завершено. Куда? Есть крабодёр. Вас вызывали? Да что-то меня тут поднакрыли маленько. База атакована. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Танк на марше! Выкладывать! Куда стрелять? Месторождение... Нададим им жару! Месторождение минералов выработано. Сколько можно? Месторождение минералов выработано. Ага. Зададим им жару. Дравин. Что стрясло? Танк на марше! Разработка завершена. Улучшение завершено. Что не достать? Есть. Месторождение минералов выработано. Наша база атакована. Так, ну тут как-то что-то... Как-то что-то надо... Улучшение завершено. Это ловушка. Говори громче. Выкладывай. Кого подлатать?
Здорово всем, пацаны. Да не, рейвенов не надо, я знаю, как играть с мехом. С такими на 5к ММР товарищами. Нужно просто посидеть, и даже не 5, а 4800, он 4700. Нужно маленько посидеть, покопиться, короче, и сделать что-то. Здорово всем, пацаны. Здорово, дебош. Против корапторов, викинги или либератора? Нет, либератор. Нет, ну если 20 либераторов, то они корапторов тоже будут убивать. Ну а чем землю-то убивать? Викинги, они оптимальны, потому что батлы танкуют, они где-то сзади, плюс торы, плюс туретки, как бы у них гигантский рейндж, то есть ими можно кайтить. Все. Здорово, пацаны, всем. Ну, это так, это как бы фан. Скоро у нас будет, соответственно, серьезный стрим. Скоро будет ГГ года. Сегодня играют. Да, сейчас уже пришло народа много. Сейчас я вам всем все расскажу. Вот, сегодня, соответственно, что? О, даже здесь в самых турнирах он есть. Сегодня, соответственно, что? Стрэндж, Димаго, Френд, Люцифер. Стрэндж, Люцифер, Димаго, Френд. Такие две первые пары. Ну а дальше матч лузеров. Все это бо 3. И два последних матча бо 5. Матч Венеров, соответственно, и Десайдер матч. И 28 числа сегодня. Какое у нас число? Правильно, 26 число сегодня. Завтра 27. Завтра будет, кстати говоря, КОДА. Вот. Ну завтра ни хрена не будет, как бы... Особо... А, погодите, там турнир, вот, говорю, за 500 рублей, по-моему, да, там 27-го как-то что-то там такое было написано, может, я его постримлю тоже. Вот, а... Вот, а другого ничего не будет, и то не знаю, что там будет. Короче, 28-го, 30-го плей-офф, сегодня последняя, крайняя группа, финальная, я бы сказал бы, вот. Так, а что у нас тут на Twitch-то идет, кстати, игре? Идет. Twitch вроде все в порядке. Да, все идет, все отлично. Сейчас рекламу достану, популярную рекламу. Что-то я это... Не туда врубил все. В общем, такие дела. Что-то ММР какой-то у меня большой стал. Сейчас кого-нибудь дадут на 5200-5300 ММР, и он меня раскурит просто. Из-за моих этих батлкрузеров непонятных. Ну вот если вот вам... Не все же как бы у нас ГМЛы...
как и я на этом аккаунте, соответственно. Да и на главном тоже. Сейчас тоже надо потрудиться, чтобы туда выйти. Хотя там это недолгого времени труды, да, для меня. Но вопрос в чем? Вопрос в чем, ребята? Если увидеть такого зерга, у которого 1000 миллионов карапторов просто, как сейчас, просто строить факты и съезжайте. И в любом матчапе так, то есть, если вы что-то такое играете радикально, запротся в армаду, например, знайте, что свич в землю будет всегда для оппонента болезненным. Хохо 88. Ты в запое был пару недельным, что ли? Нет уж, ты меня извиняй, но тут без меня как бы в чате тебе расскажут. Так, нарядный. А, про нарядность. Я знал, что вы оцените, пацаны. Я знал. Короче, дело в том, что просто сегодня у Маши был первый в ее жизни утренник, вот. Ну и я на нем присутствовал с Дашей, как бы, естественно. Как я мог там не присутствовать. Поэтому я в рубахе. Ну, я хоть и спать сегодня ложился, еще бы все. Встал очень-очень рано и лег вчера поздно, но рубашку решил оставить на сегодня. Профессор, стрим для меня всегда праздник. Вот так вот, короче. Одного засылаем бойца на разведку боем. Причем Маша, ну, настолько молодец, что ни разу не ходя, ну, там репетировали дети месяца, ни разу не ходя ни на какую репетицию, она почти то же самое делала, что и все остальные, как бы. Ну, стишки, правда, не рассказывала никакие, вот. То еще что-нибудь. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Режим готов. Вооружен. И что теперь? Режим готов. Так. Пособие, как не надо сливать мины, сейчас было с моей стороны. Что происходит? И пособие, как не надо ставить бункера, короче. Есть
База атакована. Улучшение завершено. Акейра поддержал ваш канал на сумму 888 рублей и сообщает, Т.Ел папа тоже был первый утренник. На процы на красивые цифры. Спасибо, Акейрыч. Да, первый утренник и у папы был. Уходим, пацаны. Да влезь ты, не чини его, ё-ма. Нет, он чинит его, вот упырок, ё-ма. Улучшение завершено.
Как-то больно мне. Что такое? Говорит, есть кого? Танк на марше! Кто-то всем порадует! Сколько? Я воронку! Куда стрелять? Выкладывай! Положись на меня! Сколько можно сидеть? Куда стрелять? Месторождение минералов выработано. Разработка завершена. Полный вперед! КСМ готов! Эй! Что такое? Вперед! КСМ готов! Улучшение завершено. Кого подлатать? Наша КСМ атакована. КСМ готов. Вооружен я. Полный вперед! Месторождение минералов выработано. Есть, кто пойдет. Полный улучшение. Бегом, режим готов. Весь лук выкладывай. Куда стрелять? Что такое? Пристройка завершена. Говорит! Наши КСМ атакованы. Лот вызывали? В пути! Сколько... Чем порадует? Кто-то... Танк на марше! Юж! Я... Молодец! Что это? Кто такое? Выкладывай! Куда стрелять? Месторождение. Полный вперед! Говори, дрон! Танк на марше! Покатили! Чем пора? Куда? Ну? Еле-еле выхожу на вот эту базу, конечно. Так напряжно, что и не покомментировать-то ничего тут мне. Полный вперед! Что происходит? И виспеновый гейзер, черт его побери, иссяк. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Сколько можно сидеть? Кого подлагать? Положись, говори, чем порадуешь? Что такое? Танк на марше! Улучшение завершено. Все, здесь все кончилось. Феникс 1211985 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: всем привет. Пони, удачного стрима и с наступающим. Я ворон, выкладывай. Положи. Куда стрелять? Сколько можно? Лот вызывали?
такое? Улучшение завершено. Чем порадуешь? Куда? Месторождение минералов выработано. Что так? Танк на марше! Месторождение. Блин, как-то я не в тему полетел здесь, да? КСМ атакованы. КСМ готов. Что такое? Что происходит? КСМ готов. А? КСМ готов. База атакована. Кругом враги! Всем порадуй! Куда? Сколько можно? Вызывали? Так, а куда я цеху то увел? Вот она. Месторождение минералов выработано. Вызывали? А? Какой тупорылый, да, зерк. А, ну, тяжело выйти все равно. Реально тяжело. Ну вот эту дальнюю базу, черту. Полный вперед! База атакована. Просто тупарь какой-то жесткий, и все равно не выйти никак. Виспеновый гейзер иссяк. Выкладывай! Выкладывай! База атакована. Месторождение минералов выработано. Танк на марше! Хочу! Кого подложи? Выкладывай! Что такое? Что такое? КСМ готов! Это... Вызывали? Так. Куда? А! Чего пугаешь? Есть? КСМ готов! Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Блин, что-то все-таки не справится мне здесь ни хрена. Зададим им жару.
Месторождение минерал. Призыв готов. Здесь становится жарко. Пути! Я воронку не положи! Выкладывай! Всем порадует! Нададим им жару! Хочу! Так, командир. Что-то говори! Наши КСМ атакованы. Что происходит? Я вору! Разработка завершена. Полный вперед! Ну? Танк на марше! Я воронку! Выкладывай! Что так? Так. Ну? Есть это... Полный вперед! Зададим им жару! Так, ну что, неужели я даже тут тащу? Завершена. Эйсен готов. На связи. База атакована. Говори, Крот! Меня уже... Наши КСМ атакованы. Так, вы... Куда? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработ. База атакована. Здесь становится жарко. Я кругом, дорогие! Не молчу.
завершено. Пристройка завершена. Зададим им жару! Выкладывай! Бейся! Что скажешь, босс? Положи! Неужто? База атакована. Зададим им жару! Феникс 1212985 активировал премиум на ваш канал. Газ мне не дают тут добыть, блин, никак. Месторождение минералов выработано. Говори громче! Полный вперед! База атакована. Утырок сраный. Обоссан. Фу. Люблю я такие игры, конечно. С четырех баз. Ладно, это эмоции, пацаны. Нормальный игрок, на самом деле, только ломился. Это просто дичь какая-то. У него была вся карта, у меня 4 базы просто. Даже мне вот интересно поставить, ну, посмотреть, как бы. Ну вот, ресурсы 85-44. Просто не видно, что там добыто, короче говоря. А как потери посмотреть?
То есть всего очков 159 550 на 203. То есть как бы у меня на 40 тысяч меньше. Вот. Привет, Земган, вообще чудом отскочил. Потери, короче, произведено, уничтожено. 500, ну, создано строение, строение уничтожено. Графики, короче. Так, стоимость армии. Скорость добычи ресурсов. Ну как вот у меня вот падало, когда его атаки шли, потом возрастало. Ну так, я все время отставал, но в итоге у него печально все стало. Стоимость улучшений, ну понятно, это в какой-то момент. Стоимость армии, это все вообще, все графики. Да тут все, добычи не осталось у него, кого он вышел вообще. Ну я зря не просканил, то есть на самом деле бы проще всего было победить, просканив, увидев, что у него бруды, отступить танками, торами там как бы снизу и все. Просто я вообще забыл про то, что рядом со мной вообще золото есть как бы. Если бы сразу вспомнил, то пораньше бы, наверное, как-то законтрил бы все это дело. Так, вот с такой игры надо дух перевести немножечко, пацаны. А то что-то как-то жестко. А вот, пацаны, да, поддерживали. Спасибо, Феникс, спасибо, Акерыч, короче. Вот, за поддержок всем жесткий. Респектую я. Спасибо всем. Лучшая игра года, ВСК 2. Стопудово, как бы, как раз под конец года, новогодняя игра, типа. Спасибо, короче говоря. Здорово, Дживодан. Давайте-ка карьеров построим разочек, а то уже скоро ГГ года будет. Если батл делает Ямато, его притягивает Вайпер, она же Стрекоза, вот, то хз. Мне кажется, что Ямато не сбросится почему-то. Нет, ГГ года, наверное, я буду один комментить. Сегодня тиран, только Люцифер там. Вот. Он явно не фаворит Паши. Особо не чему у него учиться, я так думаю. Поэтому, скорее всего, я один буду стримить ГГ года. Хотя я Пашу спрошу, если он захочет, как бы, может, постримим вместе. Ну, скорее всего, я думаю, он не захочет сегодня стримить особо. Не знаю, короче.
здесь, на этой карте, просто грех, как говорится, не сыграть Нексус. А, у него написано, что года будет стримить. Да, с ним постримим, конечно, чего нет-то. Как-то уже привычно даже вдвоем стримить. Вот. За Димагу попалять там немножечко. Да посмотреть, что к чему. Чем я строю, строю рабочих, а где, как это вообще? Халявлю жестко, типа, да? Чара у него, волчара. Все-таки разведал пес. Но долго же он там разведывал. Зеленая сила.
Тайфун, Анако. Кинала Ату. Я направлю. На наши зомби напали. Призматическое ядро активировано. Из города Урал. Ядро активировано. Борода Урал. Я. Место рождения минералов и свечки. Призматическое ядро активировано. Место рождения минералов. Борода Урал. Да свершится правосудие. Место рождения минералов истощено.
всем. Месторождение минералов извещено. Изматическое ядро активировано. Ну, за процессов-то тут все ясно, короче. Пацаны теплые идут. Армада тыры-пыры делает. Короче, ребят, дело в том, что... Так, секундочку. Дело в том, что... Сейчас мне надо маме позвонить. Тут Чарлик-то сидит, ждет. Сейчас через минуту вернусь.
Так, ребят, я что-то туплю, да, звук не врубил, про рубашку говорю. На утреннике первый раз в жизни был, Маша сегодня утренник был, вот. Ну и у меня тоже, в общем. Поехали. Решил рубаху не снимать, думаю, ладно, пацаны заценят, приду стримить рубахи. Хотя я спал еще сегодня там, после этого всего утренника и не только. Здорово, AeroGTT. Тоже на утреннике, что ли, был? Тема хорошая, да. Нельзя не улыбнуться, как говорится. Здорово, окей. Слушай, так. Сейчас, погоди, по поводу. Так. Сейчас напишу. Короче. Игра Нет, Инсомния — это мой никнейм, вообще второй фановый. С варкрафтовским тираном, хуманом, тем не имеет никакого отношения к нему. Опа. Опа. А у нас тут газы первые какие-то пошли. Ой, пулы первые. Ты пошел, упорыш. Мы клинки. Да,
Все мы чем. Свет знаю. Продолжение следует...
А-а-а, чё я натворил, бля? Такой аутырок, а? Это просто что-то. Это вот, это самое, что, короче, не должно случаться, когда вот такую тему играешь. Я потерял Mothership Core. То есть, и все как бы, сразу ничего не ушло у меня. Это полный фейл, короче, ребят. Конечно, это еще пока не поражение, но очень плохая ситуация. Очень плохая музыка, как говорится. Так, короче. Место рождения минералов. Приключения армады пока продолжаются. Три атаки есть, это уже хорошо. Противника.
Фуф. Ну что, прошу прощения, короче. Ребят, задержку выставляю, получается, короче. И возвращаюсь к вам. 12 секунд ждите, ГГ года сейчас будет.